В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел заключительный этап конкурса «Мистер и миссис ИФМК-2023», где путем зрительского голосования сначала в социальных сетях, а затем в результате опроса зрителей финала будут выбраны победители в номинации «Приз зрительских симпатий». В финале собрались самые талантливые и самые активные студенты, которые готовы побороться за звание лучших. Сегодня у нас финальный этап большого, так скажем, фестивального такого на самом деле конкурса. Это второй ежегодный конкурс красоты и таланта «Мистер и миссис ФМК», который проходит у нас обычно всегда весной. Конкурсная программа состояла из нескольких частей – дефиле, самопрезентация, а также творческий номер. Кроме того, оцениваться будут дополнительные задания, которые участники представили членам жюри во время этапа заочного конкурса. Это интеллектуальная битва и две фотосессии – одна в рамках модельных тестов и тематическая, связанная с любимым киногероем. Не стоит также забывать, что важной составляющей подобных конкурсов выступает бесконечная поддержка зрителей. Именно поэтому студенты и преподаватели решительно пришли поддержать конкурсантов и вселить в них веру в победу. Да, мы пришли поддержать Аню, это тоже участница наша с первого курса, она учится тоже у нас в ФМК. Князева Анна. Да. Надеемся на ее победу. Будем очень громко кричать, а за мистера ФМК мы пришли поддержать Ленару. Подобный конкурс проходит уже не первый год, но продолжает стремительно набирать оборот. Студенты принимают участие и твердо уверены в своей победе, а зрители лишь поддерживают их рвение, давая надежду и веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз.